Всем приветик! Сегодня я вам покажу опять распаковочку, ну или обзорчик Siberia Wellness магазина, заказа своего личного. Это магазин, эко-магазин, где продаются товары для спорта, здоровья, красоты. Ну, там все натурпродукт, как сказать, да, без химии. Ну, нет, бывает с химией, да, товар, например, как шампунь, там, ну, не может быть он без химии, да, но эта химия там безвредная, да, без всяких там парабенов, сульфатов, ну, и так далее. Я мало чего в этом понимаю. Ну, то, что это полезно и хорошо, я понимаю. Да, еще перед этим я хотела сказать... Мне тут в предыдущем видео про Siberia Wellness, когда я снимала, мне говорили, надо у врача спрашивать, да, какие надо пить, какие нет. Ну, во-первых, это не лекарство. Там нету, да, я понимаю, лекарства пить без врача никак нельзя. Это не лекарство, это БАДы. БАДы это что? Это витамины, те же А, Б, С, Д, это всякие травки, да, если вы... Знаете, что у вас аллергия на какую травку, что понятно, что это пить нельзя. Например, как у меня на валерьянку, да, аллергия, которая с валерьянками, нельзя пить, там, с экстрактом, да. Или еще, конечно, нужно начать с малых доз, если вы ощущаете, что что-то вам не подходит, какая-то травка, какая-то аллергия началась, то понятно, что лучше не пить это, да. Вот, даже любой врач, вы к врачу придете, и он скажет, вы спросите, можно я эту травку, ну, эти экстракты мне пить? Он говорит, а скажет, а я-то откуда знаю, надо проверять, как он проверит. Ну, если только тест на аллергию сделает, не знаю. Вот, это во-первых. А во-вторых, конечно, есть врач такой, нутрициолог, у которого я часто задаю вопросы, спрашиваю, если что-то непонятно, да, у меня кто-то спрашивает, что нужно пропить, если у кого-то какая-то... Ну, понятно, что БАДы, они не лечат. Они для чего пьются? Они пьются здоровому человеку. Ну, или когда какая-то маленькая проблемка, да, там, чтобы как поддержать организм. Если, конечно, у вас уже там серьезное заболевание, понятно, что вы БАДами не вылечите его. И, ну, если только немножко там поможете, да, ну, вместе к основному лечению, которое врач прописал, добавить вот эти БАДы, витаминки, да. Вот, и понятно, я с нутрициологами, во-первых, я смотрю много вебинаров на эту тему, я смотрю, читаю всякие статьи на эту тему. И в крайнем случае, если я что-то не понимаю, что-то не знаю, у меня в WhatsApp есть человек, который я прям спрашиваю, уже врач, нутрициолог, и спрашиваю, можно это, нельзя, что посоветовать там какому-то человеку или себе. Вот, так что я не просто беру и покупаю. Ну и говорю, это не лекарство все-таки, это те же витамины, те же минералы, те же продукты, которые мы едим в холодильнике, да, у нас. Даже эти лучше, потому что это мы явно нормально едим, а это в холодильнике иногда в колбасах там и вот таких вредных продуктов еще хуже. Вот. То же самое мы едим. Единственное, что тут, может, дозировку больше, да. Ладно, теперь покажу, что я купила в этот раз. Так, я сразу буду говорить цены, потому что, когда показываю бумажку, там плохо видно. Так что сразу буду говорить, за сколько что я купила. У меня заканчивается шампунь и кондиционер. Я брала той же линии, только я брала увлажняющий. Мне он очень понравился. У меня такие волосы не сухие, потому что они у меня тонкие, сухие сами по себе. Ну, вообще понравился, хороший шампунь. Вот, как я уже сказала, что эти шампуни без всякой вредной химии. Мне хватает, мы, в принципе, с Лерой, по-моему, вдвоем им пользуемся. Настя, у ней свои шампуни, у Денис, кроме Head & Shoulders, ничего не воспринимает. Так что хватает нам надолго, ну, месяца на два, то даже и на три, потому что у нас еще там осталось, может, и еще хватит, как раз до трех месяцев на двоих. Вот, я покупала, как я сказала, увлажняющий, а это решила попробовать первый раз, ну, тоже той же линейкой. Какой? Шампунь восстанавливающий. Вот, ну, это шампунь и кондиционер. Пшеница и кератин называется. Посмотрим, что там. А еще недавно вычитала, буквально на днях, как я уже сказала, у меня там разные группы по этому магазину и так далее. И одна девушка, она говорила, что она... Я прям достала... Вот я не сейчас купила, это у меня уже был. Это вот корень, бальзам.
классная штука. Ну, и тоже все с этого магазина. В нем тут на пихтовом масле с камфорой и комплексом растительных экстрактов. Тут этот, вообще, говорят, бальзам для всего. И когда заболел, растирает, когда температура растираешь, там, когда... Что там... Я не знаю, ты всего, короче, он. Тут очень много, большой состав. Где он? Я уже, ну, по-моему, здесь, что ли. Так, ну вот, смотрите, да, тут два эфирных масла, 13 растительных экстрактов, пихтовое масло, масло эвкалифа, камфора, чебрец, дони, кора дуба, хмель, дягель, мать и мачеха, бадан, зверобой, пион, вот, чага, солянка хломовая какая, что только нет, ну и тут про каждый, конечно, написано, для чего он, да, например, там, хмель восстанавливает и успокаивает, устраняет зуд, способствует заживлению, повреждения, короче, тут от всех болячек, что у вас не заболело, все, мажете, и все проходит, вообще этот бальзам, говорят, сделан на бурякских каких-то рецептах, очень-очень древний рецепт, вот. Сейчас уже, правда, половину вот мы использовали, я уже что-то под него подзабыла, у меня лежит в аптечке, надо опять что-нибудь помазать. Конечно, вовнутрь он не принимается, это чисто для снаружи. И вот я вычитала, девчонка написала в группе, она говорит, я беру бальзам, правда, я не знаю, в каких пропорциях, и добавляю его в шампунь. Он говорит, не портится ничего, и говорит, очень классный эффект. Надо попробовать со старым. У меня там осталось старым немножко, ну, где-то вот столько, наверное, шампунь. Надо попробовать сейчас туда добавить этот корень и попробовать свои волосы. Я же все хочу, чтобы они у меня такие были шелковистые, красивые. Но они у меня какая-то... Ну, у меня тонкие, потому что кудрявые вот эти, волнистые. Трудный эффект добиться. Так, цены. Шампунь 420 рублей. Стоит 250 грамм, и бальзам тоже, ой, кондиционер 250 грамм, 450 рублей. Так, ну, говорю, их надолго, на три, если одному человеку, то я не на полгода, наверное, хватит. Дальше. Так, фиточай из диких трав. Это комфортное пищеварение. Ну, в принципе, это можно пить всем, да, чтобы легкое пищеварение было, чтобы не было никаких проблем. Ну, я, как уже говорила, у меня проблемы с кишечником, поэтому у меня я на постоянной основе, просто он лежит, как обычно, чай, когда захотела чайка, взяла, попила, и все. И никаких проблем. Так, стоил он 190 рублей, фиточай этот. Так, что тут в составе? В составе курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника, трава володушки какой-то. Вот, ну, как обычно, чай заваривается, и все, в пакетиках. Так, так, ну, маска для лица, я ее открывать не буду, это мне заказали. Это маска для лица отбеливающая с ниацинамидом и альфа-арбутином. Ну, короче, отбеливающая какая-то маска. 400 рублей такая масочка стоит, это я вот отдам ее, подарю. Дальше, я вам показывала вот корень, да, а в этот раз заказала, ну, похожая бутылочка. Это Эльбешен, бальзам по-русски, если перевести, называется волшебник. Это для защиты кожи и полости рта от бактерий. Ну, это обеззараживает, да, если у вас какая-то болячка, на диск развел водичкой, как я тут читала, вот 10-15 капель на 100 мл разводишь и смазываешь, чтобы обеззараживать, да, и также полоскаешь рот, ну, зубы почистил, да, и тоже раствором этим... Ну, если какие-то проблемы с дёснами, что-то такое, тоже полоскаешь рот. Еще много слышала, что люди полоскают горло. Если там болит горло, тоже разводите водичкой и полоскаете горло, и что очень хорошо помогает. Стоило 360 рублей. Вот, очень хорошие отзывы. Оригинальная рецептура с 2006 года. Тоже тут два растительных экстракта, 5 эфирных масел. Ну, если вот интересно, почитайте. Так, следующая покупочка – это витамин D3. Ну, я думаю, уже многие уже знают, что это
по крайней мере, один, по-моему, единственный пока витамин, который врачи говорят уже по всем каналам, уже по всем, везде, я не знаю, у меня на слуху, по крайней мере, везде, что его нужно пить сейчас постоянно, ну, если, конечно, не в Африке вы живете, и детям, и взрослым, и всем-всем-всем. Потому что дефицит витамина D у нас у 99% людей, даже если вы пойдете сейчас анализы сдавать на витамин D, в 99% случаев вам скажут, что у вас его нехватка. А он действует на очень многое в организме, тот же иммунитет и все-все там. Ну, конечно, намного. Я не, сейчас не буду перечислять, потому что я уже не помню, да, чтобы не наврать. Но лучше вот залезьте там к какому-нибудь врачу, или вот посмотрите, спросите, и он вам точно скажет. Этот витамин, бывают таблеточки, да, витамин D. Этот витамин жидкий, на масляной основе, который очень хорошо усваивается. Да, если у вас какие-то витамины не усваиваются в организме или плохо усваиваются, то вам обязательно нужно перед приемом нужно... У меня в масле витамины все. Перед приемом нужно сделать чистку организма, кишечника организма, чтобы витамины усваивались, потому что они все усваиваются через кишечник. Так, покажу. Хватает его очень надолго. Мы с Лерой вдвоем принимаем, что-то по 5 капелек, ну, тут 200 мили, чего-то там, ме, 200 тысяч ме, короче, по 5 капель, плохо видно, по 5 капель, это где-то 1000 чего-то там, на ихнему, мы с Лерой вдвоем принимаем, и нам этой баночки хватило, ну, тут там осталось чуть-чуть, вот столечко, наверное. Еще, наверное, может, на полмесяца хватит, неделю или, ну, неделю-две, наверное, хватит. Тоже месяца на три, наверное. Это на двоих. Если на одного, на полгода вот этой баночки спокойно хватит на одного человека. По 5 капель капаете, ну, водичку, да, раз, там, два, три. Очень хорошо вот это масляные, очень хорошо усваиваются в организме. Короче, стоят они 470 рублей. Считай, на полгода одному человеку. О, я вся в этом, короче, витамине почему-то. Так. Ну, взяла уже, потому что уже заканчивается, чтобы был запасик уже. Все, надо брать. Дальше я себе взяла вот такой наборчик. Ну, это подарочный набор, в принципе. Можно подарить, да. Ну, я просто взяла вот красивая, да, упаковочка. Мед тут. Ай, красота. Ну, это так для подарка. Ну, я себе взяла в подарок. Здесь у нас что находится? Так открывается. Оп. И здесь находится зубная паста. В такой же упаковочке. 98% натуральные ингредиенты происхождения. Природная профилактическая зубная паста, натуральная защита. Такую еще не пробовала. У нас там в этом магазине много разных паст зубных. Такую не пробовала еще. Сибирский прополис, природная профилактика зубной пасты, натуральная защита. Паста как паста. Не знаю, да, как она будет. Коробочка была красивее. Вот обычно. И в этом наборчике была зубная щетка. Давно я не меняла себе зубную щетку, решила поэтому наборчик заказать. Думаю, поменяю. Уже все поменяли, а у меня не поменят-то. Даже фирменный знак магазина Сибиря Wellness. Черная. Черной у меня еще не было. У меня, наверное, зубная, их надо часто менять, я что-то редко меняю. Вот. Тут зубная щетка с древесным углем и ультратонкой двойной щетиной, проникает в труднодоступные промежутки между зубами и эффективно удаляет налет. Древесный уголь защищает полость рта, укрепляет десна, обладает отбеливающим антибактериальным и дезодорирующим действием. И такой наборчик стоил 450 рублей. Дальше истоки чистоты. Это уже я беру второй раз. Это, ну, тоже очищение, тройная система комплексного клеточного очищения, только это уже не, ну, как кишечник, тут еще очищается межклеточное, да. Вот тут три баночки. Первое – это очищение межклеточной среды.
Вторая – это внутриклеточное очищение. И третья формула – антиоксидантная защита клеток организма. Истоки чистоты – это запатентованная система комплексного очищения организма на уровне клеток, разработанная с учетом самых последних достижений эндоэкологии. Истоки чистоты состоят из трех взаимодействующих формул, что позволяет эффективно использовать все три главных механизма очищения внутренней среды организма. Это, конечно, особенно хорошо подходит, если вы живете в мегаполисе, если вы дышите этими токсинами, да, ну, сами понимаете. Вот это вот прям для вас, чтобы очистить организм. И, конечно, это нужно чистить на постоянно. Если вы живете в мегаполисе, как я, да, это нужно чистить постоянно, на постоянной основе, но, ну, деньги жалеешь, как обычно, да. Вот. Я пила полгода назад, ну хотя бы раз в полгода надо пропивать, поэтому купила я, пила полгода назад. Какой эффект у меня был? Я как бы, я даже снимала видео, говорю, я жила. Я просто, я, знаете, когда вот не пила их, вот даже сейчас я, да, я вот развалю, у меня то там болит, то тут болит, то еще. Когда я их пропила, я так себя легко чувствовала, я такая, у меня такой организм, я прям слетала просто. И, но эффект, конечно, сохранялся недолго, наверное, ну, месяц, я не знаю, сохранился или нет, а потом опять то же самое. Вот поэтому и нужно пить постоянно, на постоянной основе, чтобы эффект был, ну, хотя бы через месяц получается. Но они не дешевые, конечно, поэтому 1180 вот этот наборчик, это курс на месяц. Тут какие-то днем, утром пить, какие-то вечером, я уже не помню. Надо будет читать эту инструкцию. Вот, так что почистимся. Ну, буду в деревне жить, уже, наверное, уже это не нужно будет. Там хоть свежий воздух будет, и вот этой экологии дурацки не будет. Так что, так. И опять фитосорбент. Я, наверное, без фитосорбента, ну, для посылки не бывает. Но в этот раз немножко взяла другое. Вот такой взяла первый раз. Это фитосорбент кишечный. Кишечный фитосорбент, да, вот то, что у меня проблемы с кишечником, решила попробовать этот. Вот это я сейчас не заказывала, это предыдущий, просто хотела посмотреть, тот был очищающий фитосорбент. Он есть и в таких баночках, вот такой вот. Ну, выгода есть, но не очень большая. Если этот просто продажа, то вообще никакого толком выгоды нету. Вот. Ну, этот просто удобнее уже, как бы, во-первых, его себе куда-то брать с собой удобно. И, во-вторых, не нужно мерить, да. Раз, вилочка размешал, чтобы комочков не было. И все, и мерить не нужно. А тут нужно чайную ложку сверху отмерять. И, ну, также размешиваешь, и все. Не знаю, по вкусу, конечно, вот сейчас я попробовала уже этот. По вкусу он попротивнее. Вот этот. Ну, как, вот они, знаете, как кисель, такой густой, да? Но этот безвкусный, ну, без вкуса вообще, вот пьешь его, как будто просто густой кисель без вкуса. А этот все-таки горчит. Видимо, там какие-то травки, которые горчат. Вот. Попробовать решила вот этот тоже. А этот, ну, это вот, знаете, фитосорбент, может, кто знает, вот это вот как активированный уголь есть, вот что-то подобное. Только это очищающие, это травки друг. Действие, в принципе, такое же. Наверное. Ну, может, что-то другое есть, не знаю. Что активированный уголь, вот когда какие-то проблемы, или когда чиститься хочется, пьешь. Дальше. Так, сорбент вот такой стоил 340 рублей. Вот эта баночка, не знаю, насколько тут хватает. Ну, где-то дней на 10, наверное, тоже хватает. Может, побольше 12. Вот это, наверное, на 10 дней, потому что 10 пачек. Ну, не на 10 дней, на 10 раз. Но если курс пропиваете 10 дней. А этот, может... Так, и взяла крем... гель для рук антибактериальный со спиртом и хлорагексидином. Содержит сок алоэ, не сушит кожу рук. Ну, антибактериальный, да, просто в сумочку хочу бросить. Было просто по акции, а у меня такого нет крема. Все время в кафе куда-то приходишь, руки, конечно же, грязные. Ну, взяла, пускай стоил 130 рублей по акции. Вот, взяла. И последняя покупочка.
Думала, что ну, что-нибудь для красоты-то, для себя-то нужно, а то что-то такое нужное и полезное. Вот, и взяла, новиночка была, крем-уход для волос увлажняющий с алоэ и депантенолом. Вот, ну попробуем, что это тоже для красоты волос. Это на влажные, после ванны, на влажные волосы, или даже можно на сухие, написано, я уж почитала, наносим. Ну и они становятся, наверное, красивые, активных, да, комплекс активных веществ эндозимных сибирских растений. Не требует смывания, да, просто наносим, особенно на кончики наносить надо, написано, и смывания не требуем. Вот, состав не знаю, еще не по-русски что-то написано. Так, и стоило, а тут тоже открывается, тут все еще заклеено. Ну ладно, ради вас отклею. Так, я еще не пользуюсь, мне только сегодня заказ пришел. Вот они все составы. Так, несмываемый крем для волос с соком алоэ, депантенолом обеспечивает дополнительный уход и защиту волос в течение дня, облегчает расчесывание, способствует снижению статики и излишней пушистости, интенсивно ухаживает за кончиками волос, предотвращая пересушивание и повреждения. Стоило 320 рублей. Такая новинка только вышла. Да, еще хотела сказать, сейчас вот сейчас вспомнила про волосы, хотела про D. У меня Лера, в принципе, сейчас пьет только, ну вот, витаминку D, да. Вот, ну она уже сколько, уже третий месяц, как я говорю, уже пьем. И хочу, вот, у нее, во-первых, у нее такие классные волосы стали. У нас у семьи ни у кого таких волос нет. Вот почему-то я пила, у меня таких действий не было. А у нее прям, ну, наверное, у всех, может, по-разному действует, я не знаю, почему. Они у нее толстые стали, такие, знаете, как такие приятные, ухоженные как будто, прям по виду красивые волосы. Вот, это во-первых. А во-вторых, она очень, это иммунитет очень хорошо у нее действует. Ну, в принципе, у меня тоже, но все равно, если мы вот даже когда омикроном болели, мы как-то из температуры сильной, то у нее температура максимум поднималась, там, один или два дня у нее было по 36,9, немножко горло один день попершило, и на этом у нее омикрон закончился. А у нас вот это... Но мы два дня с температурой лежали. Потом, конечно, только такая слабость была. Ну, тоже, в принципе, не так уж и тяжело, но по сравнению с ней почему-то легко. Но я считаю, что этот вот витамин D действует. Так, ну все, все я вам показала, сколько я за него отдала. Я вообще заказ бы у меня вышел где-то 5000, да? Но так как у меня карточка оформлена Siberia Wellness, у меня там приходит кэшбэк. Кэшбэк возвращается, и поэтому у меня где-то 1500 было снято, и где-то я отдала около 3500, ну, приблизительно где-то. Вот, так что 1500 мне скинули. Так что, если вы тоже так хотите, у меня будет это под видео ссылку я оставлю на регистрацию в магазине, там, где я заказываю. Вы просто регистрируетесь, у вас тоже будет приходить, ну, если вы что-то закажете, у вас будет приходить кэшбэк. Так что, если какие-то есть вопросы, но эта ссылка будет по России только действовать. Если вы из другой страны, в принципе, можете написать, я найду ссылку вам на Украину там или с какой вы другой страны. Вот. Так что классный магазин, всем советую. И не надо заказывать на всяких айхербах, да, вот это за границей. У нас классные продукты, вот эти все продукты делаются у нас в Новосибирске. Они сами эти травы собирают, там огромнейший этот магазин, производство у них. Классные, качественные товары. У нас зачем мы покупаем где-то за границей, когда у нас качественные товары классные свои, те же БАДы. Вот. А спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите. И всем счастливо.